ограниченном мирке, среди людей, зашиванных идеологическими клише, смотрящих на жизнь сквозь штампы газетных заголовков и служебных инструкций, странный, по-детски непосредственно воспринимающий окружающие жизнь, оказывается единственным по-настоящему нормальным человеком. В этом смысле представляется удачным выбор, во всяком случае, типажа главного персонажа, менее убедительны его оппоненты, Мурзин и Цензор. Им явно не хватает чего-то шукшинского, прежде всего, свойственного лишь ему особенного юмора. В целом, Батырбек Тайжанов, безусловно, заслуживает положительной оценки, а нюансов пусть спорят члены высокой комиссии и присвоение ему квалификации режиссера игрового кино. Дмитрий Светозаров, режиссер и генеральный продюсер студии «АСБ». Еще лицензии нужно читать. Нет, у нас нет мастера, обычно мастера читают. Да? Да. Давайте у вас предоставлены. Дипломный фильм студента Батырбека Тайжанова является экранизацией.